Привет! Это 14-я серия моего прохождения игры Террария. Скелетрон побежден, а это значит, что можно без проблем спуститься в данж. В данже я планирую найти 3 предмета и освободить одного дружественного нипа. Но перед тем, как туда пойти, мне нужно построить новые комнаты в доме. Свободных уже не осталось. А поскольку я и так буду строить, то заодно немного изменю внешний вид всего дома. Мой дом создан в виде меча или кинжала. И как у любого подобного оружия, у него есть крестовина или горда. Мне не нравится, как она выглядит, и поэтому я решил ее изменить. Начал я копать с правой стороны, освобождая место для будущего строения. Расчистив необходимое пространство, я стал укладывать изумрудные блоки, а потом и изумрудные стены. Мой дом – это не только меч, это еще и дерево, ствол которого заканчивается там, где начинается клинок у меча. Клинок необычный, он заменяет корни дереву, наполняя его энергией жизни. Закончив с нижней частью дома, я поднялся на самый верх. Для того, чтобы начать строить, нужно снести купол башни. Теперь он будет выглядеть по-другому. После того, как остались лишь внутренние стены, я приступил к разметке нового помещения. Это будет продолжение дерева, в кроне которого разместятся мои будущие жители. Кроме купола, я немного изменил все строение. Теперь дерево, башня и меч – это одно целое.
Дом готов. Теперь можно отправляться в данж. Все предметы и НИП находятся в верхней части данжа, и поэтому спускаться глубоко нет смысла. Первый предмет, который мне нужен, это магическое оружие. Водяная стрела. Его очень просто найти в самом начале данжа, на полках с книгами. Спустившись чуть ниже, я встретил НИПа-механик. Освободив ее, отправился дальше. Выбив несколько золотых ключей, я с их помощью открыл золотой сундук, в котором нашел второй предмет. Это кобальтовый щит. Он защищает персонажа от отбрасывания, а кроме того, нужен для крафта щита Анха. Когда я спускался в данж, в самом начале был золотой сундук, который я не мог открыть, поскольку у меня не было ключей. Вернувшись, в нем я нашел третий предмет – теневой ключ, который мне понадобится в одной из следующих серий. После я отправился домой. Механик – это НИП, которого можно найти и освободить только в данже. Она продает предметы, которые понадобятся для создания различных механизмов в террарии. На этом я заканчиваю серию. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!